Всем привет, с вами Влад, это видео по игре Brawl Stars, и сегодня я открою новый лунный подарочек. И причем не на одном моем аккаунте, а сразу на своих трех. То есть сначала я открою на аккаунте Влад 2.0, потом на аккаунте Путь ко льда, а уже потом на основе, то есть на аккаунте Влад. Плюс, ребят, сегодня я еще выложу достаточно интересный ролик с пинами. И именно вот такой вот видос, который, прямо сейчас у меня находится в голове, я думаю, еще никто не снимал. По крайней мере, таких видосов я не видел у популярных ютуберов. Что-то похожее, конечно, да, ребят, было, но у меня немножечко другая идея. В этом видеоролике я открою лунный подарок, как я сказал ранее, на всех своих аккаунтах. Подарочек у нас сегодня достаточно интересный появился, ведь в этом подарочке у нас, можно сказать, находится два подарка. А именно, ребят, один мегаящик и один новый значок. Подарок этот реально прикольный, если у вас есть возможность, создайте новый аккаунт и уже там откройте этот подарок. Не знаю, если у вас нет винков, то обязательно заведите их, потому что, подарочки нужно забирать, и не только на основном аккаунте. Также, друзья, не забудьте забрать этот подарочек сегодняшний с мегаящиком и со значком. Ведь завтра этого подарка просто уже не будет, он пропадет. А теперь погнали к ролику. Ребят, я просто неожиданно как-то нажал на этот подарочек, я просто даже не заметил, как я это сделал. Вовремя я, подрубил запись, и в итоге мне, к сожалению, ничего не выпало, разве что монеты и очки силы. Также я забрал пинчик и его анимацию, я прямо сейчас смотрю впервые, реально. Прикольно, такая капелька. И анимация этого пина реально долгая. А теперь погнали на аккаунт Путь ко льда. Когда я уже в очередной раз открыл этот подарочек, то, к сожалению, мне снова выпало 5 предметов. Да, ребят, к сожалению, снова ничего не выпало. Зато выпали хотя бы очки силы, а также монеты. Естественно, я забрал новый значочек. Я нахожусь на своем основном аккаунте, захожу, ребят, в магазин и, естественно, сейчас открою новый лунный подарочек. Очень надеюсь, что на основном аккаунте хотя бы что-то выпадет, хотя бы не бравлера пассивка. В смысле 7 предметов? Да 5 что ли? Сколько можно? Мне на этом аккаунте вообще ничего не выпадает, разве что очки силы. Из этого мегаячка мне разве что может порадовать 3 снаряжения на урон. Так, монетки, очки силы, такой себе. Так, нужно, конечно же, еще пин забрать, отлично, вот его анимация, опять же таки повторюсь, пин реально прикольный, и думаю, скоро начну его юзать в катках. На этом моменте мой видеоролик подходит к концу, если ты досмотрел до этого момента, то я тебя реально респектую, обязательно ставь лайк, подписывайся на мой YouTube канал, по возможности отправляй данный видеоролик своим друзьям, с вами, как обычно, был Влад, всем желаю хорошего настроения и спасибо за просмотр, всем пока-пока.